Кто у нас за рулем тут едет? Всем привет, ребята. Сильно не газуй. Газую сильно. Ты вперед смотри. Да прям. Да, ох ты. Надо пристегнуться, а то налихачит. Слишком лихачит. Ну, пускай учится чуть-чуть. Ася, тут все равно никого. Дорога пустая. Вдруг кто выскочит. Дорога проселочная. Еду. Ребята, всех с праздником. Всех россиян сегодня хочу поздравить. Да, мы хотим с Лешей там поздравить с праздником. Ты меня снимаешь или кого? Куда ты смотришь? Тебя снимаю. Ты на меня смотри. Давай. А ты на дорогу смотришь? А то ты снимаешь вообще непонятно что. Я смотрю, за меня не переживай. С праздником всех, ребята. Всех с праздником, с да. Днем независимости. Счастья, здоровья вам. С Днем независимости России, всех россиян. А, ну да, мы от СССР избавились. Значит, независимо теперь. Ну да. Теперь у каждой бывшей республики СССР есть День независимости, наверное. Да. Рвется она у меня, Лешек. Вырывается прям. На вторую включай. Еду пока на первой только. Дорогой смотри, на меня не смотри. Хочешь на вторую включайся? На вторую? Да нет, сейчас будут повороты. Я пока на первую. Тише едешь, дальше будешь. Лешик. Лешик. Снимаю тебя. Снимаю, как ты в поворот вписываешься. Поехала. Ой, дядька. Карту сбросил. Дядька. Да дядьки еще знаешь сколько. Дядька может пострадать ни за что. Давай, вписывайся. Ой, Собакин, уйди! Куда ж ты? У тебя ж тормоз есть. Ах ты ж вредный, зараза такая. Я все, я увидела собаку, все, я растерялась. Ничего, жми на газ. Я сразу боюсь на нее наехать. Она отстала. Она ж не дурочка, вот, конечно, не полезет под колеса, но все равно мне страшно за собачку. Лихачишь. Так а шо? А шо нам, красивым бабам? Да. Ну вот, скоро уже кончается моя дорога. Сейчас Лешек меня сменит. Поедем. Так, тут потихоньку, тут ямы. Колдобины. А я не пристегнул. Ну вот. Так и научусь. Сцепление тормоза. Ну стягни-то, сколько раз говорил тебе. Что? Легонечко тормозить. Ну не получается у меня еще легонечко. Ну хорошо, ставим... выключай. Выключай. Ну все.
Еще. Все? Все? Дальше нет. Ну как, свет горит. А почему не выключается? Выключилась, да? Да, ставь на нейтралку. А ты на первой стоишь. А я стою на первой. Все. Свет выключай, как положено. Еще раз. Что, еще раз? Да все. Все, да, на. Мастер. Объездила. Все, ребята, приехала. Надо учиться потихоньку. А что делать? Все, по большой дороге поедет Лешик. Меня не допускают еще до большой дороги. Приехали с рыбалки. Коты нас встречают, а нам им и дать нечего. Нету. Одного карасика Лешик поймал на живца, чтобы поставить на щучку. И все. Вообще голяк. О, кто это к нам тут пришел? Кто? Квакушка. Квакушка. А у нас здесь тишина. Там на рыбалке сидели, кто-то косил траву, поэтому было как-то не тихо. И лягушки кричали, и коса гремела. А здесь приехали, а у нас тишина. Так здорово. На дерево. Или цапля. Цапля опять. Цапля опять полетела. Там у нее, наверное, гнездо вот где-то. Не, но она... Гнездо у них-то в камышах. Но она на березе сидит. Часто. Вчера видел вечером. Плавали. Кричит он. Плавали утятки. А, видел утят, да? Видел кучку прямо. Там у нас утята. Веселые ребята, да. Не наши, дикие утята. Солнышко, клубничка там уже начала белеть. Варежка чистится. Где вот сейчас покажу. Уже начала белеть. Уже не зеленая, а вот такая беленькая. А вот уже даже розовая есть. О! Вот такая. Вот с красным бочком. Но она еще очень такая твердая, жесткая, зеленая. Вот какая. Скоро будет клубничка. А мне придется уехать. Ой. Ребята, вот это вот, не знаю, вот это вот что. То ли шпинат, по-моему, шпинат, да? Вот это же. Вот он, вот так вот, да, растет шпинатик. Начинает лук распускаться. О. Рукола у меня в этом году вообще никакая. Вот два ряда я посеяла. Хотела пересеять. Ладно, обойдусь. Ладно, обойдусь без руколы.
Дима, 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 Димыч, не мешайте спать. Ай, ты Дима, Дима, Дима. Что там, что такое? Ой, боже мой. У меня сегодня, ребята, идет процесс. Вот такой вот. Я ставила брашку. Это уже второй раз поставила. Потому что запасы поистощились. Самогон гнала еще осенью. Вот. А Новый год. Да и так приезжали ребята. Серега. И так, и с собой. Ну, в общем, запасы истощились. Надо пополнить запасы, чтобы я была спокойна. Вдруг что у меня есть. Я люблю, когда у меня стоит и есть. Вот. А это вот у меня прошлое, с прошлого раза. Вот я первый раз заквасила. И сейчас вот капает второй раз. Это с первого раза. Вот это вот столько у меня получилось. Вот сейчас я хочу почистить, пойти веточки. Эти дубовые, которые я брала, набрала, нарезали мы с Лешиком на рыбалке. Вот. И накидать туда веточек. Как самогон делала. В этот раз я проращивала пшеничку. Намочила пшеничку, вот где-то с килограммчик пшенички, ну, меньше ведерка, вот это вот литровая, там меньше будет, там килограмма не будет. Вот, прорастила ее, она у меня постояла мокрая вот так вот в водичке 2 дня, ну, почти 3. Вот, и потом я ее вот в кастрюлю, туда дрожжей, сахара. Вот, и она у меня стояла, бродила где-то неделю, чуть больше недели. Такая вот. Ну, запаха почти нет. Жалко, что нельзя понюхать. Вот. Все, сейчас вот набросаю сюда этих веточек. И пускай настаивается. И пускай настаивается. Вот. И получится виски. Вот так вот будет виски. Это капает у меня уже вторая баночка. Хочу проверить. Много еще капать нет. Вот так мочу. И потом поджигаю. О, видно вам, как горит. Погасло. Погасло. А ну-ка, ну-ка. Что-то мне вроде горит хорошо, но быстро гаснет. Что-то мне не нравится. Ну так, горит. Еще чуть-чуть пускай покапает. Набежали, набежали. А, думает, рыбу чистишь. А, они же привыкли. Ну да, если я взяла нож в руки и что-то вот так вот чищу, значит, это рыба. 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 Нет. Нет, это дубовые палочки. Это будет виски. Виски. Мне надо их сейчас вот так вот. Конечно, бы их вот так разрезать. Пополам бы еще. Может, у меня и получится. Режется. Ты знали руки. Да. Надо смотреть. А поставь на лавку еще. О. А
А здесь одна кора почему-то. Не пускай. Может, кусачками? Чик-чик-чик-чик. Вот что вы тут повыналеглися? Ждут. А давай я сейчас почищу, а ты мне их вот так вот топориком, вот тем топориком, так вот, тын-тын, напополам. Давай попробуем. Мне надо от лишайника их почистить. Вот молодые веточки, а уже в лишайнике. Сырость. У нас на Украине, вот в Запорожской области, такого нету. А у вас и сырости нет? У нас сырости там нет, а и лишайников нет. Их надо будет помыть потом еще. А я так засунул бы. Да ты, да, я знаю. Ну что, крепче будет. С лишайником. Не, ну это уже будет настойка на лишайниках. Ну что, попробуем. Что там Серега еще рассказывал? Да ничего. Холодно. Да. Это голодный обморок, да? Да. Изобразил. Нет, ребят, сегодня рыбы нету. Ну ладно, пойду стучать. Кого стучать? Топориком. А, топорик, ну давай. Ну вот, ребята, щепки эти я промыла, просушила. Вот. И они пока не тонут. Ну, потом... Веточки, видите, такие молоденькие. И вот совсем даже такие вот. Немного, я смотрю. Хватит, наверное. Да? Хватит и этого. Не хочу, чтобы было перенасыщенное. Не, ну его можно будет потом слить. Когда настоится. Не знаю, сколько будут стоять. Буду смотреть по этому, по цвету и нюхать по запаху. Вообще не должно быть никакого запаха. Просто запах спиртного, но самогонка вообще уйдет. Запах за самогона. Оно-то и сейчас не очень-то пахнет. Но все равно. Все, вот так вот. Теперь поставлю, пускай настаивается. Вот. И будем ждать гостей.